Есть в этих часах функция Sound Control, которая позволяет экономить заряд ваших батареек, если вы используете их в качестве основного питания. Вот. Ну, попробуем их активировать. Звук должен быть достаточно громкий, либо хлопок, либо можно крикнуть, что не очень-то удобно в вечернее время. Ну, хлопка, в принципе, достаточно. Часы показывают несколько секунд, затем снова тухнут. Эту функцию можно отключить. Сзади у нас есть кнопочки переключения режима градусников в Цельсиях, измерения и Фаренгейтах. И Sound Control. Сейчас. Вот. Минус, минус, значит выключить. Теперь часы будут гореть постоянно. Это актуально, если вы используете их либо питанием от сети, чтобы не садить батарейки, либо будете часто покупать батарейки, потому что, я думаю, они потребляют достаточно много.